серьезно воспринял сейчас Лен. Я вижу глаза. Лен, я же понимаю, что ты шутишь, да? После завершенной фразы слышу одинокие гудки среди случайных лиц прохожих. Глаза твои никак мне не найти, я в суете. Так поздно, что там менять, и мне себя птица в птицу и лететь, увидеть мир с высоты, найти тебя из толпы и опуститься вновь на землю. В отражении зеркальном есть только я и больше никого. Меня лишь одеяло греет, никто другой. Эх, мне дают тепло там, где новые знакомства. Все вроде хорошо, но потом возникает одно но. Там, где, да, там не любовь. Что там менять, и мне себя не понять. Так сложно превратиться в птицу и лететь. Найти тебя изнутри и опуститься вновь на землю. Молча оценивая взглядом тех, кто сидит за тем пустым столом. Стоит лишь открыть им рот, и кажется, что в мире все вернуло. В тоске мечта и есть желание быть как за каменной большой стеной. Но каждый раз что-то даем не то взгляд. Себя пойдешь горой, да? Так поздно, что там меня.